Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео будет заключительная часть продолжения моих видео «Следы гигантов и древние туннели». В этой части будет показаны все то, что, ну, все эти фотографии, что я не смог чисто физически показать в первых трех частях. Там будут показаны различные следы словно гигантов из различных уголков мира. Конечно же, какая-то их, скорее всего, что огромная часть, это причудливая игра природы, какие-то следы эрозии, выветривания, какие-то следы различных действий, ну, природных действий, там, размыв водой, там, песком, с ветром, с песком и прочих явлений. Но если хотя бы даже, ну, 0,001% из этих видео, хотя одно фото из этих там, ну, не менее там, не знаю, 1500 фото, если хотя бы одно из них будет настоящим, или хотя бы, ну, косвенно настоящим, может, какие-то там, какие-то отпечатки, я не знаю, какие-то подобные, то можно было бы смело переписывать все учебники по самой древней истории. Все остальное будет показано в видео, как говорится, меньше слов, больше дела. Многие из этих фотографий уникальны. Все остальное вы увидите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.